Оптимизм – это хорошо или плохо? Ну, на самом деле, вроде бы хорошо, да, что это, если ты оптимистичный, ты позитивный, с тобой все хотят коммуницировать, ты рассчитываешь, видимо, на собственные силы, да, у тебя есть план, перспективы, да, потребное будущее, желание, да, ну, это счастье, понимаете, быть оптимистом. Но, с другой стороны, может быть, есть и отрицательные стороны у этого качества. Ну, если поищем, то, конечно, найдем. Да? Почему? Потому что вот человек, который так на все смотрит оптимистично, он же не предугадывает негативные возможные обстоятельства, да, что плохого может случиться в жизни. Да? То есть он думает, цель вижу, задача ясна, и вперед буду действовать вперед. А там может быть, понимаете, все не так просто, и там, может быть, нужно действительно очень многого всего понять. И в общении тоже, понимаете? Вот, ну, человек, мы время от времени все нуждаемся в сочувствии и сострадании, да? Ну, мы хотим, чтобы нас как-то, да, ну, как-то пожалели, что ли, не знаю, что-нибудь хорошее нам сказали, там, и так далее. Но если вы с таким оголтелым оптимистом имеете дело, вот, у вас что-то там душа болит, а он вам... Все, плевать, вперед с песней. Ты думаешь, ну, ё-моё, ну ты вообще как-то можешь было с тобой по-человечески поговорить, понимаете? Тут такой оптимист, живи ты отдельно вообще где-нибудь в другом месте, понимаете? То есть все неоднозначно, да? Хорошо или плохо оптимизм? Большой вопрос. Обсуждаем.